Из Махачкалы в село Куруш Хасавюртовского района доставили священные для мусульман реликвии. Их сопровождали представители местной власти, религиозные деятели, общественники, именитые спортсмены. Они пробудут в сельской мечети до 25 сентября. Всего 36 реликвий – это вещи и предметы быта пророка Мухаммада, его жен, семьи и сподвижников. Самая ценная из них – частичка пророка Мухаммада, его благословенный волос.